Следственный комитет Республики Беларусь в этом году спокойно, планомерно исполняет свои задачи по предназначению на фоне, как вы сказали, этих общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации. Уровень преступности в стране, тем не менее, снизился примерно на 8%, соответственно, и... На 8% снизился? По сравнению с предыдущим годом. А какие преступления настораживают больше всего? Отчасти изменилась немножко структура преступности, и крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это такая тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет, и, собственно, и правоохранительный блок тоже переориентируется на то, чтобы и раскрывать подобные преступления с помощью тех же информационных технологий.